что вот на самом деле, когда мы смотрим Америку, нету такая нация, американцы. Там тоже многонациональное государство, сказать, или что-то. Даже мне сложно выразить свои мысли по поводу Америки. А первая конституция, первая страница написана, что Россия многонациональная страна. И это наша и хорошая сторона, и очень плохое. Почему плохое? Потому что всегда нынешние силы хочет разделить Россию на часть. То есть разделить Кавказ из России, поднимать национальный разговор, чтобы был беспорядок. Это всем понятно. Я бы думал, что там лучше было у нас девиз, что мы все россияне, мы все живем ради России. Мы готовы умереть за Россию. Мы патриоты нашего страны. Вот это наш должен быть основной девиз.